Всем привет, это канал Омаха ТВ. Вот мы пришли на трикотриц. Вот этот кошак, у него глазки светятся. Вот еще кого-то поставили, ведьмочек. Вон Анька побежала. Темно, плохо видно. Здесь еще костер горит, фонарики. Офигеть. Вон детишка трикотрит делает. Они на машине ездят. Он на машине гораздо удобнее, чем... На машине гораздо удобнее. Вон там дым идет. Это просто супер. И вот фонарик называется «Звездное небо». Хочу показать, как он работает. Вот. Фонарик. И он вот такие лучи дает, и как будто звездное небо. И это звездное небо в дыму отражается и на доме, и на дереве. Сейчас я... здесь, короче, кладбище у них. Вон Анька уже с конфетами бежит. Я хочу показать, как у них красиво. У них... Ань, пойдем вместе, я хочу поснимать. Смотри, там... Так цирк... я уже потрикотрила. Так, ну хорошо, я этот хочу цирк Шапито поснимать. Hello. А я просто хочу сделать видео. Там вот это какие-то страшилки у них на стене. Класс. Фонарики. Hello. Hello. I just want to make a video. The best decoration. Thank you. Very beautiful. Такие угощения. Чипсы. И конфетки. Very beautiful. So nice. Здесь, короче, огонь горит. Ну чё, ты уже угостилась? Понравилось здесь? Класс. Хочу тебя сфоткать, Ань. Встань вот здесь и сними, Ань. Рядышком встань. Встань рядышком. Nice. So nice. Let's go. Have a good night. Have a good night, guys. Вон, Аня, там еще свет горит. Компании ходят в красивых костюмах. О! Детишки еще в костюмчиках. Класс. Умно. А ты не хочешь с ними вместе? Вон еще детишки бегут. Это только триц у нас такой на улице. Hello. Hello. How are you? Happy Halloween. Good. Thank you. You too. Ань, это ихняя мама. Да. Папа с детьми, с кучей детей бегает, а мама едет рядышком на машине. Они, короче, сейчас вот в эту машину прыгнут и поедут искать еще места хорошие. Я думаю, что у нас 12-12. О, божечки. У тебя одни очки блестят на видео. Hello. Happy Halloween. Он просто гуляет, а у него бабушка сзади. Не, он с сумкой, он не просто гуляет. Он только что.
Я мама. И он конфетку передал. Спасибо. Thank you, happy Halloween. Там тыква говорит. Класс, 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 класс. Че, тебе чупик дали? Прикольно, что он сначала мне один чупик а потом увидел маме. Тебя и спросил, это твоя мама? Я сказала, что да. И он дал тоже мне второй чупик. Тоже чупик дал? И сказал, спасибо. Дайте маме. Вон, где тыква горит. Как тыква называется? Скажи еще раз. Джеколеттер. Джеколеттер? Вырезанная тыква, это джеколеттер. Если горит тыква возле дома, то туда надо идти. Вон еще сидит хозяин и ждет. Как это мило. Давай, Анюнаш. Happy Halloween! Смотри, он выключает свои джеколеттеры. Ань, смотри, он убирает эти джеколеттеры. Он сейчас их погасит. Это последняя конфета. Детишки бегают. Правда, видно не очень. Но здесь ждут. Если фонарики горят и джеколеттеры, это значит ждут. Еще здесь декорации такие хорошие. Вау, тут тоже красиво очень. Не споткнуться бы в темноте. Класс. Happy Halloween! Если честно, я была шокирована. Она, я взяла одну конфетку, а она тебе сказала, больше насыпала, потому что сказала, уже поздно. Возьми целую руку конфет. А потом взяла и налила, и насыпала туда все конфеты в сумку. Да. Ну вот и Маришке тоже хватит. Это прикольно. Какое гигантское дерево. Что, домой, что ли? Я не знаю. Я вообще не знаю, как. Вообще дверь открыта, настежь. Ничего себе. Кошак там ходит. Бабушка идет. Мы уже видели. Мне нравится этот дом. Потому что там кошак. Кошак пушистый. Мы уже видели этих трикотритеров. Я их уже снимала. Видишь, у них у всех фонарики есть. Надо фонарики брать с собой. Котя. Да. Ты бы попросилась его погладить. Но он бы выскочил на улицу. Нет, Аня, там не Джек. Не надо туда ходить. Сель, я очки запотевала.
Потому что тебе жарко? Мне кажется, да. О, запах такой. Как это все красиво издалека. Они уже как убирают. У них эти фонарики, которые мы нашли в магазине. Да. Которые, на которые не надо лампочки вешать. Просто поставишь штуку в землю и... Я думаю, они...